Железный аргумент в пользу ивановского спорта. Пауэрлифтеры из нашего региона стали триумфаторами всероссийского мастерского турнира, который проходил в Вологде. Участие в соревнованиях приняли 250 сильнейших спортсменов из 30 регионов. Ивановскую область представляли всего двое – Сергей Сурков и Мария Ковальская. Но привезли на малую родину наград как самая многочисленная команда. Мария выступала в двух дисциплинах – пауэрлифтинг и силовое двоеборье. В обоих заняла первые места. Сергей собрал абсолютный комплект абсолютного зачета – 4 первых места в 4 дисциплинах. Общий вес – 737 килограммов. И это без экипировки. Что в себя включает пауэрлифтинг? То есть это, получается, три движения – присед, жим и становая тяга. В приседе результат у меня получился 245, в жиме лежа 190 и в становой тяге 302,5 килограмма. То есть это получается результат мастера спорта международного класса по троеборью, по становой тяге и по силовому двоеборью. Для меня не было тяжелым, то есть получается здесь оно даже долгожданное. То есть ты работаешь, ты тренируешься. Ты выходишь на результат, ты думаешь о нем и хочешь его взять. И поэтому, приезжая на соревнования такие, то есть ты выкладываешься по полной программе. Пауэрлифтинг – спорт не для одиночек. В подготовке тренер выполняет роль и ассистента, и наставника, и психолога, и критика. Тренер Сергея знает его как никто другой и считает победы закономерными. Сплав качеств – это характер человека, это его мотивация, желание, ну и упорный труд, без этого никуда. Терпение, труд – все перетрут. Благодаря этим качествам и железной воле ивановцы собрали в Вологде все, что можно. Следующая ступень – чемпионат России, который пройдет в Суздале. На него отправятся уже 25 человек. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново.